Всем привет! Хочу с вами поделиться сегодня замечательным и ароматным рецептом лавандового сахара. Для этого понадобится 1 стакан сахара и 5-6 веточек лаванды. Это лаванда моя, я ее выращиваю сама. 5-6 веточек – это примерно 1 чайная ложка с горочкой цветков лаванды. Нам в этом рецепте понадобятся только цветочки. Цветочки можно использовать и вот так целыми, или перемолоть на кофемолке. Мне цветочки нравятся перемолоты в кофемолке. Добавляем стакан сахара в чашу. Здесь нам легко будет ее перемешать. И сейчас отделяем цветки от стебельков и перемалываем. Получается вот так. Смотрите, цветочки полностью не перемолятся в порошок, потому что семена очень легкие, и их малое количество в кофемолке, поэтому они не превратятся в пыль. Но мы этого и не добиваемся. Я считаю, что лучше перемалывать, потому что когда вертится нож, то он повреждает все равно цветочки, а находящиеся там семена, они выделяют вот эти эфирные масла, и запах стоит просто невероятный. Все, и добавляем эти цветы в сахар. И хорошо перемешиваем. Запах уже просто невероятный. Перемешав быстро сахар, нужно будет убрать в банку и закрыть плотно крышкой, чтобы аромат не улетучивался. Вот такой красивый, ароматный и очень вкусный лавандовый сахар получается. Я его люблю добавлять в кофе. Это кофе в зернах, обжаренный тонкий помол. Получается насыщенный, очень пикантный вкус. Я думаю, что вы обязательно должны его попробовать. Также и сахар этот можно добавлять и в чай. Чай тоже получается не менее вкусным. Если вам понравился этот рецепт, заходите на мой канал, подписывайтесь. Всем пока!